Всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы с вами отправимся в бункер Альфа. Сегодня я бы хотел его зачистить просто, максимально быстро, новички, без всяких там модов, шподов и так далее. То, что у нас есть, тем мы зачищаем. В этом видеоролике мы также разыграем 500 монет в конце видео и делаем еще один розыгрыш на 500 монет. Что вам нужно сделать, те, кто не знает, конечно же, лайк, подписка, колокольчик, комментарий минимум с 15 букв под последними видеороликами. Вот и все. Значит так, значит делаем розыгрыш. И, ребятки, телеграм-канал, ссылочка будет в описании, там на 8500 подписчиков буду делать розыгрыш на 5 мест по 500 монет. Так что заходите, ссылочка будет в описании. Ну что, в ожидании обновы, ребятки, пока мы ждем обнову с вами, мы с вами сейчас прочистим бункер, а потом, я думаю, еще мы будем проходить бункер Браво. Очень сложный бункер. Но если вы будете поддерживать ролики, конечно же, лайками, то мы будем с вами, наверное, больше чистить бункера, потому что это профит, скажем так, потому что здесь очень много ресов, и здесь нужно фармить талончики. Талончики нам дадут ящики, которые нам дадут огнестрел. То есть именно для новичка. Вот если новички не знают, где что и как, я советую именно сюда идти, потому что здесь реально можно заработать. Во-первых, нам нужны молоточки. Зачем они нужны? Конечно же, для модов. Для модов, ну, в данный момент я именно собираю это моды на мясницкие ножи, на вот эти вот мясницкие ножи. Там у меня не хватает или 8 молоточков, 6 типа такого, не помню точно. Вот, но я думаю, что, ребятки, мы с вами обязательно со временем дофармим. Вот, будем фармить по чуть-чуть. Ай, ничего, не на третий этаж пошел. Дурак, ладно, давайте третий этаж сначала пройдем. Вот, потом второй. Сейчас провалим все. Вот, тут у нас, что мы знаем? Второй, третий, четвертый этаж. Самый сложный, это, скорее всего, четвертый, потому что там турели, замерзшие толстяки. Там нужно, наверное, скорее всего, как-то, может быть, огнестрельчиком подшаманить и так далее. Но давайте начнем с третьего. С третьего этажа, потому что так получилось, нажали на третий этаж, значит, такая вот судьба. Я взял опыт X2, ребят, потому что лекарь-аптекарь стоял как раз. Я говорил вам, что в прошлом видеоролике, да, что мы с вами обязательно возьмем этот опыт. Вот, взял, и, конечно же, на бункере мы сейчас подкачаем уровень. Я планирую, ну, 1-2 уровня качать сегодня. Вот, это будет 100%, потому что, ну, без этого никак. Вот, плюс еще слепой охотник будет у нас. И если мы дойдем, конечно, к нему, но я думаю, что дойдем. Вот, давайте самолечение еще я активирую. Охренеть, хранилище, пустое хранилище. Такое видели или нет? Я такое не видел. Не, хотя видел когда-то. Так, ладно, хилимся по-быстренькому. Поехали дальше. Конечно, взял с собой рогушечки. Не знаю, ребят, хватит ли нам этих рогушечек. Но что-то мне подсказывает, что маловато будет. Но посмотрим, ребятки, как оно будет. А там уже будем смотреть. Так, тут разрушайзером. Ну, давай попробуем разрушайзером. Давай, иди сюда. Мясницкие ножи, ребят, делаются очень круто. Я думаю, что кожа, дерево у вас есть у каждого. У каждого человека, который играет Last, я думаю, полюбас есть вот такие вот инструменты, то есть для создания этих мясницких ножей. Килограмм, миллион килограммов этих ножей мы можем получить, создавая их безлимитно, то есть они по-любому у вас будут. Вот, да, это понятное дело, что немножко неудобно, немножко, знаете, так вот, не очень хорошо, но это оружие. Оружие, которое все-таки как-то что-то вам добивает, скажем так. Так, я пока не буду лутать, мы потом уже пролутаем, когда все пройдем, потому что нужно, получается, сбить нам все сначала, а потом уже будем лутать. Все ресурсы я буду абсолютно забирать. Это новичок, где мы выживаем с нуля без доната. И напишите мне в комментарии насчет трайка, ребят. Трайк. Покупай трайк или нет? Ну вот, потому что в прошлом видео мы открыли с вами это сектор 7, то есть кратер, да, и там как бы может появиться трайк. И когда он появится, то мы можем, в принципе, купить. Напишите в комментарии, покупать мне трайк для закрытия чисто чопперов и так далее. Так, зомбаки, гребаные зомбаки. Давайте уже отлетайте. Я, конечно, думал, через стеночку будет быстрее, но ладно. Так, поехали дальше. Значит, что мы делаем? Здесь у нас будет супер крутой замес, потому что зомбаки будут серьезные здесь. И тут я планирую создать такую именно, скажем, типа походик.
яростных гигабайтов по кругу. Вот здесь будет весело. Главное, ребятки, это не умереть, потому что если я умру, это будет печалька, конечно, очень сильная. Так, давай мясницкий нож. Так, подожди, давай мы его оставим. Я думаю, мы его используем где-то на моды. Ну вот, чисто где-то положим в стороночку. В стороночку сюда, например. Все, мы положили. Здесь тоже у нас идут пацаны, пацанята. Старайтесь по стелсу сначала бить, а там уже смотрите, как у вас получается. Вот, потому что именно так, чтобы... Блин, мне знаете, что не нравится? Этот мясницкий нож, он очень близко бьет. Он дает из-за стеночки долбить. Ну ладно, это обычные толстяки, которых можно и так полупить. Ну вот, я думаю, мы справимся с ними без проблем. Да, откинем хилочки, откинем нашу бронечку. Ничего страшного. Я думаю, в этом страшного ничего абсолютно нет. Вот, будем, да, выходить, пополнять, закидать. Короче, будем смотреть, как оно будет. Так, токсичные зомбаки, давайте отлетать. Видите, мясницкий нож — это тема, ребят. Создается на изи, без проблем. Создали себе и пошли себе бегать дальше. Вот и все. Так, хорошо. У нас пока все спокойно. Спокойная обстановочка на данный момент. Идем дальше. Идем дальше. Эй, Гарри-Гарри. Идите-ка сюда все, Гарри-Гарики. Так, токсичный зомби улетает у нас. Это тоже улетает. Мы потом пробежимся отдельно, потому что, еще раз повторюсь, что нужно это все дело куда-то скинуть, а я не могу скинуть сейчас. У меня все забито, скажем так. Вот, ну, бронька отлетит, тогда мы с вами, конечно же, закинем дальше. Так, окей, тут у нас что? Тут у нас тоже пацаны, ребята. Добрый вечер, малята. Давайте, идите сюда по-быстренькому. Не знаю, бункер Браво, хватит ли мне эмок, но если мы откроем еще ящики, я думаю, тогда хватит. Это на следующий бункер, да? Если вы хотите, мы сделаем еще видос по бункеру Браво, как пройти на изи и так далее. Вот, новичкам особенно, я думаю, что это очень полезная инфа для новичков. Очень жесткая, очень, конечно же, сильно. Так, давай, давай, толстячок гребаный, давай, улетай уже, до свидули. Опа, есть, улетел, тут мы открыли. В принципе, сейчас отключим эту тему, вот здесь, да. У нас есть огнестрел, чуть-чуть немножко я взял, для того, чтобы, как бы, немножко пройти каких-то зомбаков. Ну, вдруг, знаете, вдруг какая-то волна, толпа будет на вас валить, вам, ну, будет такое место, где вас зажмут, например, да? Ну вот, вам придется, конечно же, убегать и очень быстро. Вот. Я думаю, что огнестрел в этот момент нам не помешает, конечно же. Так, давай, поехали долбить этого толстячка по-быстренькому. Токсичный толстячок, давай на бочок. Есть один, есть второй, и сейчас мы добьем его вот так вот, отлично, вот отхилимся, я возьму еще этот ножик, до конца мы его добьем, потому что, ну зачем оставлять ему какие-то прочность оружию, я не знаю, лучше мы сразу его добьем до максимума, а потом уже будем без проблем, конечно же, его вкидывать в наши супер-мега-космические улучшения оружия. Так, это берем, берем, берем. Так, этот сюда идет. Ну, вот здесь, да, вот здесь, конечно же, будет весело. Ну вот, очень сильно, очень прикольно. Но я тут использую один огнестрел, ребят. Я думаю, что... Ой, у меня заканчивается хилочка. Блин, не хватит, что ли? Не хватит, не хватит. Оружие, ресурсы, ресурсы, не ресурсы. Расходники нужно, расходники, ребятки. Но нету. Да. Ну ладно, ладно, прохладно. Поехали тогда. Только можно разрушителем долбануть какого-то толстячка. Вот этого, например. Ну, в принципе, собьем ему 165 хпшек. Нормально тоже будет. Конечно же, нормально. Давай, поехали долбить. Попробуем как-то быстро. А, у меня еще это самолечение есть. Вот, мы сейчас будем бегать вот так вот. Ну, один глок потратим. Я думаю, ничего страшного. На эту волну ничего тут прикольного, сильного, такого печального нету. Давай, 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 зомбятина. Давай, давай, еще. Поехали, толстяки. Давай, давай. Ой, хорошо-то как. Все, тихо, тихо, тихо. Сильно не бегите, вы гребаные толстяки. Новый уровень. Красава, черешня. Красава поднял уровень. Вот это я понимаю, черешня дал жару. Так, окей, let's go, let's go. Забираем талончики, не забываем, забираем. Так, здесь есть у нас все необходимое.
Так, окей, окейушки, 11 этих осталось, да? Так, тихий стрелок при атаке на чужую базу издаёт меньше шума. Конечно же берем, конечно берем. Хороший навык, берем, берем. Так, значит, тут мы прошли, да, только тут не забрали почему-то талончики, жетончики, баллончики. Угу, бежим, 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 бежим. Жалко, что на глок нету никаких модов, вот это да. Вот это очень жаль. Так, а тут мы пройдем? Не, мы тут не пройдем. Мы тут не пройдем, ребятки. Нам нужно чуть-чуть в другую сторону. Только тоже, думаю, не знаю, пройдем ли мы там. Но сейчас мы посмотрим. Давайте я сейчас обойду эту всю тему. Зачем мне тратить оружие, если я могу немножко... А нет, не получится. Не получится, они согрятся. По-любому согрятся. По-любому, по-любому. Все, поехали, пацаны. Ладно, быстро, 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 быстро. Оп, оп, хорошо. Давай, еще. Вот так вот, до свидули. Все, этих тоже добиваем огнестрелом по-быстренькому, чтобы они тоже не сбивали сильно хпшки. Ну, вот этого тоже можно чуть подолбить. Ну, для этого, конечно, кувалдочка бы была неплохо. Бим, бим-бим. Давай, дурак, давай, умирай же. Хватит меня бить, хватит бить черешню. Вот так, молодечек. Хоп, хоп, талончики. Не знаю, как красные, но... Желтый, зеленый, я думаю, спокойно, свободно, ребят, мы можем открыть сегодня. Ну вот, это спокойненько сделать можно. 165 осталось, да, 75, 45, ну 30, давай до свидули, вот так. Так, ну вот здесь чисто мясницкий нож, конечно же, в приоритете, зомбак. Бем, бем, хорошо, давай, пока. Вот, открываем, ну в принципе, этажик мы прошли. Я думаю, несколько даже уровней здесь бомбанем, вот. Потому что здесь вы сами видите, как прекрасно все. Так, эй, Гарри-Гарри, иди сюда, иди сюда. Да иди давай сюда, гребаный ты толстяк. Иди, я тебя кувалдайзером сейчас через стеночку побью. Опа, здорово. Здорово, братишка. Ой, какой ты медленный, даже кувалдайзер тебя шпарит. Брат, 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 бабам, хорошо. Так, все, ребят, теперь супер-мега сложная тема. Эх, сложная очень сильно, скажем. Ладно, попробуем, попробуем, давай попробуем. Получится? Хорошо, умрем, ну, умрем так умрем, ничего страшного. Я не буду плакать, вы тоже не будете плакать, мы все вместе вернемся и дадим жару. Все, поехали, поехали агрить всех зомбарей, именно толстяки. Зачем это все? Ну, может кто-то не знает, особенно новички, когда только недавно попали в эту игру. Здесь можно сделать, скажем так, паровозик. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы согреть всех толстяков, которых по 500 хп, под стеночкой и взорвать их тремя гранатами. Сэкономить максимально ваше оружие и, конечно же, забрать максимально профит с этого всего. Так, второй идет, идет. Все, поехали дальше, подождали немножко, потому что здесь будет весело, весело. Так, я бы, конечно, стелс включил, ой, не стелс, а спринт на минуточку включил. Тут уже пока не нужно. Ну, в следующий раз уже мы, конечно же, пойдем. Вот, вот тут, конечно, можно было, ну ладно, неважно, не будем мы наносить им урон, потому что... Смысла нет, все равно три гранаты я буду забрасывать, все равно, вот. И здесь, конечно же, придется нам немножко побегать, Хочешь кушать? Воняешь? Ух ты, какой персонажик. Ух ты ж, ничего себе, слышишь? А как ты так меня пробил? Охренеть, вы видели, как он меня пробил? Жора. Вот Жорик кварталов. Так, а как мы здесь? Здесь через верх нужно идти, по-любому. Через верх. Так, хорошо. Хилок нету, ребят. Хилок нету. Но есть, конечно, самолечение, которое сейчас откатится. Вот, осталось буквально немножко. А так вы пробьете меня, пацаны? Стоп, стоп, стоп. Ух ты, блин. Да ну ладно. Давай самолечение. Быстро. Самолечение, активация. Все, самолечение работает. Я надеюсь, что работает. Вот здесь нам нужно согреть вот этого дятла. Эгэгэй. Во, молодечек. Вот, и вот этого дятла. Эгэгэй. Все, вроде бы все. Вроде бы. Не знаю. Но вот здесь, конечно же, можно подождать всех, чтобы все пришли сюда. Вот. Что нам нужно? Конечно же, три гранатки. Больше ничего. Вот эти все 10 плюс зомбаков. Один, второй.
10 плюс зомбаков мы с вами уничтожим через гранату. 3, 4, 4, там больше 10, 5, 6, 7. 7 штучек пока пришло. Так, далее, пошел 8 или 9, тут 2 или 1, не знаю. Может 2, может 1. Но я думаю, еще должны идти. Плохо, что мини-карта не открывается. Но я думаю, еще полюбас дядя какой-то. О, смотри, идет. Вот, там еще не один, там еще 3 должно быть. Примерно 3. Примерно где-то так. Вот, 1, 2. Еще может 1, нет? Хрен его знает. Ладно, давай чуть-чуть подождем. Может быть, где-то один потерялся. Может быть. А может быть и нет. Тихо, уходим. То вот это, конечно, толпень, да? Вот, и вот эта шабла, скажем так, толпа вот эта вот, да, ребятки, она будет сноситься у меня сейчас через стеночку. Вот, мы вот так вот тихо идем спокойно, чтобы они меня не убили. Вот, но если убьют, то я их потом прибью. Все, поехали. Короче, вот здесь есть стеночка, вы знаете все прекрасно, это туалет. Вот это туалетище, который... конечно, даст нам возможность вот эту сделать нам ветер. Вот и все. Вот через этот туалет мы с вами будем только убивать этих пацанов. Значит, примерно 10 штук. Примерно, да, 10 штук. Что-то они там танцуют на мини-карте. Что там танцуете? Давайте быстро сюда. Тух-т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 ух. Хорошо, давайте ближе подходите. Ой, это будет тычка серьезная. Нет, чуть-чуть ближе. Давай. Раз, два. Опа. Опа, хорош, брат, хорош. На еще одну. Вот и все, ребят, вот и все прохождение. Ну смотри, какая куча дерьмища от этих зомби. Это ж, блин, я не знаю, ребят. Это лучшее прохождение, которое может быть. Очень крутое. Есть возможность, используйте 3 гранаты, ребят, 3 гранаты, больше ничего вам не нужно. Вот и все прохождение. И еще раз повторюсь, что это на изи делается. Ты агришь всех этих гребаных толстяков, больше 10, там 11 или сколько штук, не знаю. Вот, вот тебе и талончики, вот тебе и опыт прокачался, да. Вот уже половину уровня 128, только что как будто апнули, уже половину прокачал. Ну это x2 опыт, конечно, да. В таких случаях вам советую. Советую брать лекаря-аптекаря, который даст вам эту возможность, и, конечно же, прокачиваться. Вот, потому что, ну, по-другому, ну, я даже не знаю, как проще. Не знаю, вообще не знаю. Вот, пробуйте, пробуйте. Я надеюсь, что у вас получится. И, кстати, отпишите мне в комментарии, получится у вас это сделать или нет. Вот, потому что это делается, реально, скажу вам, очень легко, очень сильно. Но мы тут не... А, согрели. Я думал, тут не согрел какого-то черта, чертика, да? Все, полетели быстренько, сейчас теперь лутаем. Вот, а теперь не спеша, тебя никто не гонит в спину, тебе никто не говорит, быстрее, там идет громила или кто-то еще. Вот, ты просто лутаешь ящики себе на изи и все. Вот и все, ребят, вот и все, вот такие вот пироги. Не влезет все или влезет? Как вы думаете? Я думаю, что влезет. Я думаю, что влезет. Но придется сбегать наверх. Ну и, конечно же, скинуть ресики и потом уже спускаться ниже на следующие этажи. Вот. Вот так вот, не спеша, новички, конечно же, проходят. Блин, когда мне выпадет этот уровень взломщика, я думаю, уже не знаю. Потому что реально, уже сколько я жду этот гребаный второй уровень взломщика или какой там. Вот. Напишите, какой у вас уровень взломщика и какой у вас уровень вообще в игре. Потому что у меня уже 128 на новичке, и я не могу его выбить. Непонятно. Рандом гребаный, не везет мне. Эх, ладно, я думаю, что ничего страшного, но со временем мы с вами обязательно апнем этот уровень и будем уже открывать эти ящики. Потому что с этих ящиков, во-первых, выпадают гранаты. Плюс огнестрел какой-то хороший. Вот, много чего интересного, но, ребят, надо где-то это все мутить. Так, давайте пока вот это удалим, потому что не влезет по-любому. По-любому не влезет, хотя я думал, что влезет. Так, здесь тоже мы не смотрели, давай посмотрим. Фонарик удаляем, лампочку удаляем. Это, в принципе, не актуальные вещи на данный момент. Бибим, провода вообще выкинуть. Выкинуть, фонарик выкинуть, замочек выкинуть. Все это выкинуть вообще, это ненужная тема.
Так, самолечение включил, пускай отхилится по фулу. Меня интересуют молоточки. Молоточки очень сильно нужны, ребят. Молоточки для модов очень сильно нужно, по-любому. Так, окей, окей, окейушки. Сет брони плюс дополнительно часы. Ну, часы еще, ладно, часы еще можно забрать. Они пригодятся на торговцу, где мы сможем с вами обменять на какой-то ящик, там, с оружием или с оружием ближнего боя, это не важно. Ключики, конечно же, забираем, конечно же. Бункер — это тема топ, реальная топ-тема, вот, которую нужно использовать, ребятки. Пим-пим-пим-пим-пим, забираем. Так, тут один ящик и там один. Ну, еще, конечно, обычные зомбаки у нас там есть. Но это, я думаю, не проблема. Мы сейчас их быстренько подчикаем и пойдем себе дальше. Так, смотрим, что здесь у нас. Бабам, отлично, отличненько. Только молоточков не видно, ребят. Вот молоточков я не вижу почему-то, почему-то. Молоточки, молоточечки. Ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Давай тогда баночку отхилим. Ну, как раз освободи место. Так, бабам. Нормально, нормально, хорошо. Ай, больно-то как. Больно в ноге, больно в ноге. Все, теперь здесь что мы можем сделать? Я даже не знаю, что мы можем сделать. Но давайте попробуем глоками сбить. Красочку бы забрал. Давай, поехали. Тух. Давай, ой-ой-ой, ой-ой, пошли вон, пошли вон, пошли вон, пошли вон, не убивайте черешню, он так еле-еле дышит. Все, забираем, забираем, хорошо, красочка есть, да, есть, давайте мы ее вкинем как, вот так вот вкинем, оп-оп-оп, хорошо. Вкинули, и на этом прекрасно. Это забираем, микросхемочки. Вот здесь еще ящик, конечно же, посмотрите, может быть что-то здесь найдем. Так, теперь бибим хорошо. Берем. Берем и едем дальше. Теперь, ну, придется, ребят, придется скинуть данные ресурсы, потому что, ну, по-другому я не знаю как. Нужно, во-первых, помыться. У нас нету воды. Вот, вода может быть, конечно же, сверху. Там у нас сразу будет и душ, только там будет зомбак. Ну, первым делом давайте мы с вами скинем все, а потом отправимся на второй этаж. На второй этаж, где нам потребуется мачете-катана, потому что там будут у нас супер-мега-крутые толстячки, да? Вот, я думаю, что ничего страшного с этого не будет. Так, это мы заберем. Заберем, а скинем катану. Не, подожди, давай талоны. А, так мы можем открыть. Ну ладно, давай пока талончики я сброшу. Вот, вот так вот. Этого... Подожди, стелс, это не стелс, здесь у нас стелс должен быть. Скрытность, скрытность есть, все, вот здесь где-то мы можем найти воду. Вода должна быть, по идее, чтобы помыться, правильно? Вот, если мы будем вонять, то зомби будут приходить и убивать нас. Вода есть, отлично. Вот, давай быстренько мы сейчас как сделаем. Бум-бум-бум-бум-бум, вот это сюда. И пойдем попробуем этого лупануть. Если у нас получится. Ну, будем уже кувалдой бить, потому что сложно, стрёмно. Вот, толстяк 160. Ну, разрушитель, как минимум. Ну, мясницкий нож попробуем. Так, есть. Раз, два, три, четыре, пять. Есть, хорошо. Все, вот тут помылись. Две водички как раз нам дают. И мы с вами спокойненько помылись. И это прекрасно, правильно? Вот. Все нормально, не будем вонять. Не нужно будет ехать домой, помылись, все хорошо. Вот, кто не знал, здесь есть душ. Так, теперь нам нужно отхилиться. У нас есть самолечение, которое нас отхилит через там 15 секунд. Вот, и конечно же, плюс талончики. Талончики мы будем открывать. Если мы соберем, а я думаю, что мы соберем с двух этажей 10 штук, плюс слепой охотник, так мы сможем с вами открыть сегодня все ящики, ребятки. Все ящики — это тебе не ящик, а все ящики. Ладно, поехали. Так, сразу я скидываю все ресурсы, которые здесь есть, которые стакаются. Вот, состакали все. Железо, резины, эти штучки, дрючки, закорлючки. Это сюда, сюда. Ну, я думаю, вот так вот нормально. А там уже мы будем забирать домой то, что нам нужно и так далее. Так, красочки есть. Давай быстренько хилочки все сюда. То, что я буду брать домой, я скину сюда. Вот так вот, а? Ну вот, это мы удалим. Удалим. Эх, так, теперь глоки какие-то, да? Что у нас есть по хилу? По хилу у нас вообще маловато. Ну, давай я возьму вот так вот тогда.
Вот так вот, я думаю, хватит, а может быть и не хватит. Нет, должно хватить, там 20 аптек. Так, тут талоны, баллоны, жетоны. Сейчас мы просмотрим. Так, талончики, сколько там? Мы можем сейчас открыть, взять какую-то хилку, или потом? Ну, потом бы было круче, да? Ладно, давай я возьму с собой еще дополнительный дробовик. Может быть, он нам поможет, не знаю. Так, окей, let's go. Вот так вот делаем. Хилочка есть. Сет брони на нас один. Нам нужно... Блин, я даже не знаю, как правильно. Может быть, давайте реально откроем и сет брони возьмем. Да, давайте, наверное, я возьму, открою. Ну вот, сейчас, прямо сейчас мы открываем. Идем дальше. Вот, потому что сет брони, смысл брать сверху, чтобы потом открывать ящик, нести наверх обратно. Зачем, если я могу сейчас открыть, взять, пойти убить, взять то, что нужно и пойти дальше. Правильно, ребят? Я думаю, так будет более-менее спокойнее мне, потому что бегать туда-сюда я не хочу. Все, полетели дальше, сейчас у нас будет тогда второй этаж, по-быстренькому, сейчас быстренько забомбим, вот, и поедем дальше на четвертый. Так, эй, бегун, блин, знаете, что забыл? Забыл палец, ребят, забыл палец взять, можно было его забрать, и это было бы неплохо. Так, здесь у нас талончики, ну давай пока так заберем, вот здесь открываем, смотрим, что у нас есть. Пока эти талончики я сброшу сюда, вот, а там мы уже будем смотреть. Так, сет брони, конечно же, я возьму один, вот так вот, хилочку, эмочки у нас выпадают, вот что мне нравится, эмочки, да, выпадают. Ну и плюс дубинка, хорошо, дробовик, еще сет брони, еще хилки. Вот это сразу удалим, то, что не нужно. Ну, я думаю, один этаж уже мы зачистим. По идее, должны, а может и нет. А может и да, а может и... У меня нету дубиночка. Может, дубиночку еще взять. Да ладно, хрен с ним. Я думаю, справимся. Не справимся, что-то найдем на почте. Ладно, хилимся по фулу. Давайте отхилимся и поехали. И поехали на второй этажик бомбить зомбаку. Да, да. Ну, я не знаю, как слепым охотником, но я бы хотел, конечно же, хотел его открыть и убить. Забрать 10 талонов и открыть красный ящик. Красный ящик, с которого может выпасть бензобак или же вилочка, которая нам не нужна. Не, хотя нужна. Мы ее можем использовать на заправочке. На заправочке мы можем с вами прокачать наш чоппер до 40 уровня и уже использовать свалку. Свалка — это хорошо. Так, тут у нас есть такое оружие, винчестер называется. Оно мне никогда в жизни не нравилось и не нравится. Я его буду использовать именно вот на этих пацанах. Оно медленное, оно неудобное, оно не быстрое. Ну, на этих зомби как раз пойдет. Вот, смысл мне с него нету, конечно же, нету. Вот, главное добить всех зомбарей. О, нормально. Так, мясницкий нож, поехали, братишечка. Оп, хоп, хоп. Да пошли вон все зомбятины мира. Вот так вот. Все нормально, все отлично. Так, теперь разрушитель. Вот так вот. Я сохраню мачетку, катану, для того, чтобы убивать яростных гигабайтов. Ну, через стену, ребят. Потому что через стену — это самое лучшее убийство яростных гигабайтов. Так, этих двух сейчас тоже мы заберем. Забираем талоны, жетоны, баллоны. Так, хилочка. Давайте мы сразу будем хилиться, наверное, теми, которых меньше будет. Вот, меньше вот этих, а лучше баночками. Так, поехали. Ну ладно, тут, короче, быстренько на скорость мы будем бомбить. Дарари, дарарай, дарари. Давай, толстяк, отлетай, миленький мой. Да, бронька слетает, не спорю. Ну и хрен с ней, я вот так вот скажу. Есть у нас бронька, и хорошо. Это не проблема. Я думаю, найдем в будущем еще. Как только я сделаю 150 уровень, ребят, я вам обещаю, что... Увеличение будет очень большое насчет хила, насчет брони, насчет огнестрела. Сразу на рейды, только рейды будут нас спасать. Вот, я думаю, по-другому абсолютно никак не будет. Вот, чисто на рейдеках мы с вами будем рейдить так, что аж жестко, просто самая лютая жесть. Так, раз, два, давай, хорошо, поехали дальше. Давайте чуть ниже опустимся, тут у нас будет более-менее спокойней. Так. Теперь, ну, конечно же, катана, ребят. Катана, только она. Только она спасет мир, потому что мы идем вот сюда. Так, баночки. Так, в принципе, я думаю, хватит этих хпшек нам.
с головой. Давай пока откроем, что у нас такое открылось. Открылось. Ежедневный бонус. Боу! Забираем. А давай посмотрим, что же с этого ящика-то высыпется. Ах, черешня. Ну, поехали. На, это эмочка, это знак для того, чтобы нам, ребят, идти в бункер Браво. Это очень большой знак. Катана, win, катана. Забираем, окей, давай еще откроем набор 24. Давай миниган. Ай, ты зараза, не дал, штаны за 40 гривен опять накинул. Ну и хрен с вами. Так, стоп. Поехали, дружок-пирожок. Вот. Тут что нужно знать? Тут главное ударить со стелса разрушителем и катаночкой, мачеточкой добивайте, ребят. Вот. У нас есть еще катана, который нам тоже сегодня очень сильно поможет. Я думаю, это не проблема. Вот, давай скинем. Ну, кулаком. Я кулаком добью его, потому что 5 хп, смысл его сбивать, не знаю. Так, все есть, все отлично. Тут еще один удар у нас есть. Даже не один. Нет, давай не будем использовать. Давай лучше вот так вот долбану его. И будет все прекрасно. Все, поехали дальше. Так, там нужно только залутать ящик, и можно выдвигаться. Ё-моё. Так, катаночку взять или что? Ну, катану именно... Ну, ладно, давай я возьму, да, катану. Сейчас мы будем, если что, катаны немножко подбивать, которых зомби там пустощим. Да задолбали, там пустой ящик. Что это за бред такой интересный? Давно такого не видел. Так, где у нас зомбак? Хопа, здорово, зеленая штучка. Дрючка за корлючка. 105 урона улетает. Так, здесь, ну, тут два раза, я думаю, кувалдой можно задуплить их. Раз, два, раз... Два. Медленно, но уверенно. Так, поехали дальше. Тут по стелсу. Тут, я не знаю, тут будем сразу лутать, да? Хватит ли места? Так, хватит, я надеюсь. Сейчас броня отлетит, мы еще накинем сразу. Ну, не будем уже круг делать большой, чтобы залутаться. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай, раз, два, раз, два. Хорошо, пацаны улетают. Так, смотрим здесь бинты, аптеки, может, какие-то будут, будет хорошо. Так, это покушали, штаны за 40 гривен опять накинулись, задолбали они с этими штанами. Ну, тут что, разрушитель, конечно же, ребят, разрушайзер, поехали. Бэ, давай еще раз, на, улетай ты, кабина. Так, я не знаю, это последний удар или нет. Ну да, скорее всего, что да. Мы оставим. Может быть, на моды сохранятся, ребят. На моды нам будут нужны по-любому. Только я вот не знаю, где их хранить. Мне придут, зарейдят и заберут это все дело. Я не хотел бы такое увидеть. Вот. Но пока мы будем сохранять. Вот туда его. Можно в бункере, конечно, посохранять. Посмотрим. Будет видно, ребят. Будет видно, как оно будет. Так, идите сюда. Где моя кувалда? Чего я не взял сразу ее? Непонятно. Ага, давай. Ай, блин, да что такое закидает меня? Один есть? Да, один бьет. Хорошо. Все, броня отлетела, как я и говорил. Во. Давай. Так, используем сначала сбитую броню. Это что, штаны только? Ладно, не будем использовать сбитую штуку. Нет, давай используем вот так вот. Во, вот так вот будет четко. Так, ну тут что мы сделаем? Сделаем вот так. Да, легко. Легко. Давай. Блин, что я кнопку-то не могу нажать сразу? То посмотри ты на него. А ну-ка. Это знаете что? Моды, наверное, другие. Моды другие по-любому. А может и нет. Не, нормально. Пошел вон. Вот так вот. Голова с плеч. И до свидания. Так, здесь что? Ну, тоже, что я говорил вам, ребят. Катана плюс разрушитель. Можно использовать катану, можно мачету, неважно. Главное, что она у вас должна быть. Так, поехали. 500 хпшечка. Чуть назад, вот так вот. Вот так вот будет прекрасно, отлично. Вот, ну здесь, конечно же, да. Тут нужно, тут небезопасно. Тут стеночка мне не нравится вообще никак. Вообще небезопасная стена. Не советую под этой стеной вам убивать. Но, если хотите бегать, то лучше пробежитесь. Потому что здесь очень, знаете, так неудобно бить, если честно. Самая лучшая стена, это возле лифта, там, где мы с вами били первого, да? Но там самая лучшая стена. Вот там можно, конечно же, нормально подформиться. Уху, отлично. Все, лутаем. Лутаем. Это пока сюда. Ну, кувалду давай возьму.
пустые баночки, зачем они нужны нам, не знаю. Так, 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 это удалить, это пускай будет, это сюда. Пивас, ну давай заберем, пока есть место, заберем, если что, удалим потом. Так, хорошо, хорошо, хорошенько. Отхилимся и можно выдвигаться дальше. Водичку, да, возьмем, пускай будет водичка. Все, поехали, поехали дальше. Здорово ты, гребаный индус. Иди сюда, получай по голове кувалдой. Жалко, что мало взял с собой мясницких ножей, вот это жаль. Но ничего, ничего, я думаю, справимся. Так, полетели дальше. Так, тут у нас будет турелечка. Плюс толстяки разные. Опа, пробегаем, пробегаем, пробегаем. Тут аккуратно, не спеша, ребят. Аккуратненько прошли вот так вот и ударили. Бибим, 165 урончика, пролетает вообще нормально. Бэбэх. Ой, блин, по 10 у них остается. Ну ладно, пускай остается. Ничего страшного. Главное, чтобы сальтуху сделал. Опа, есть. Готово, готово, сюда иди. Так, тут у нас что? Тут, кстати, тоже мы можем... Ой, хочет туалет, брат. Хочет туалет. Ну, давай попробуем. Опа, хорош, да, так красиво. Давай пописаем. Куда можно пописать? На двери можно как-то, нет? А что не идет туалет? О, на стену туалет. Ну, давай. Вот так вот бункер на пол, чтобы поржавел. Чтобы пол поржавел. А, давай, хорошо. Все, поехали дальше. Здесь то же самое. Как бы через стеночку можно все придумать. Бабах. Бабах. То есть стена, ребят, самая лучшая тема в мире, которая решает все в этой игре. Через стеночку ты можешь долбить зомбятину и просто ни о чем не думать. Ну хотя, не ладно, ладно, давай добьем уже. Так, еще один удар, все вот так вот и разрушителем как раз. Ай, 5-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 
предмета как минимум. Как минимум, ребят. Так, хорошо, хилочка по фулу есть, да, это сюда идет. Это 20 у нас осталось, 2. Ну и еще бинты. Бинты, в принципе, это вещь хорошая. Не хотелось бы, наверное, здесь их использовать, но мы будем смотреть. Так, поехали. Поехали, бро! А как это я не ударил? Вы видели как? Блин, что за бредятина? Штаны сняли, ганно. Так, штаны сняли. А где штаны? Как это штаны? Без черешня, без штанов. Это бред. Так, о, до свидания. Так, давай сюда. Чикс, чик-чикс. А, блин, гребаный дым. Гребаный дым. Так, тут у нас толстяк, ребят. Обязательно, всегда, перед этим. Вам нужно отхилиться. Отхилиться. Когда вы отхилитесь, возьмите с собой... Вот так вот, да, примерно. Вот так. Тут примерно вот так вот. Опс, опс. Вот здесь стеночка тоже такая, более-менее небезопасная. Та будет получше, потому что здесь может пробивать. Вот. Но, в принципе, если вы опытный игрок, если, да, вы можете под любой стеночкой долбить. Вы понимаете, как она работает, где она пробивает и так далее. То есть здесь нужно понимать. Если не понимаете, бежите к лифту. К лифту там проще немножко. Вот тут сложнее немножко. Видите, не всегда даже я бью. Вот. Ну, тут главное иметь быстрое оружие, чтобы этих толстяков сносить. Вот, которые будут нам мешать. Так, ну давай добьем катаной. Катана win. Ха-ха, голова просто красиво отвалилась. Так, все, О, у нас уже что-то опять наград каких-то. Что там дали? Сет брони. Очуметь просто. Сет брони забираем. Молоточек, родной мой. Молоточек, молоточек, молоток. Ты ведь любишь меня, дружок. Так, все, хилочки есть. Поехали, друзья. Поехали, поехали. Бэ-бэм, хорошо, Матвейка. Ту-ту-ту-ту. Оу, кувалда. Давай, кувалдайзер. Вот этот сильная кувалда, но она медленная. Видите, да, скорость кувалды. Очень медленно, очень медленно, дуже мала. Так, поехали, поехали. Так, какое соединение? Ты чё, интернет? Ты чё, интернет творишь, дичь? Никакого соединения быть не может. Не, должно быть наоборот, соединение. Так, это скинем. Баночки, хотя можно перерабатывать на станки, переработаем. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Так, что у нас здесь? Толстяк, я не пробью его, да?
Не, не пробью. Ладно. Давай кувалда. Бабах, 50. Ну, красиво бьет. Красиво, да. Немножко тормозит, но красиво. По 50 ровно, четко, да. Как раз у них подходящие хпщички для этого. Так, тут, ну что? Ну, разочек вот так вот, разочек вот так вот, наверное. Бим. Ой, они даже не согрелись. Ну, тут толстяк, тут, конечно... Что мы можем придумать? Давай, короче, как сделаем? Вот так вот сделаем. Вот так вот, да, сделаем. Поехали, давай. Тут как раз по 20 глок снимаю. Смотри, мы четенько снимем сейчас. Вот, чтобы этого толстяка сильно там не огреть. Вот, ну и отхилимся по фулу. Вот так вот. Чуть-чуть, хорошо. Давай ближе подходи. Тоже неудобная здесь стеночка. Ай, я думал, убьет сейчас. Опа, хопа, брат, давай. Оооо, вы видели, да, это все? Я тоже видел. Обережно, хлопцы. Пиши вон. О, нормально. Хорошо, поехали. Давай. Да пошел ты вон, гребаный ты экибастос. Как я ненавижу эти стенки, где неудобно пробивается. Вообще непонятно, как оно работает. Просто нужно... В конец к этому станочку подходить максимально близко. Ну вот, тогда не ударит. А если ты будешь дальше стоять, тогда это нехорошо будет. Давай. О, молодечек. О, молодечек. Отлично. Так, что у нас осталось? 3 толстяка. Но, к сожалению, 3 мы не убьем. Убьем 2 точно. По-другому никак не будет. Так, тут у нас что? Не лутается. Требуется нам взломщика уровень 3. Понятно. Все с вами понятно. Разрушитель мой родной. Ты ведь разрушайзер мой. Так, это берем. Конечно же берем. Опа. Тут, конечно же, как? Открыл, присел. Ударил, убежал. Бем. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, что я скажу вам. Не буду здесь я... сильно, да, там... бомбить огнестрелом. Я, наверное, его оставлю. У нас есть мачете. Мы лучше 20 секунд лишних подождем. Он придет, и мы его убьем. Я думаю, так будет проще и лучше. Немножко отошли, посмотрели на хилочку перед боем. Потому что... Так куда ты бьешь через окно? Ты че? Припух? Дятел. Так, отлично. Поехали. Бам. Ба-бам. Вот. Очень удобно, когда ты пробиваешь разрушителем. Очень удобно. Он просто тогда 300 хп, это 10 ударов мачетки и до свидания. Вот и все. Вот так они убиваются. Это просто на изи. И ничего не нужно вам знать больше. Вот и все. Ну вот и все. Мы начинаем бомбить кулаком. Да, получается, сранец. Все, первый ушел. Сейчас будет второй у нас. Давай второго также попробуем. Не знаю. Вот, есть смысл? Нет, конечно же есть, это экономия огнестрелчика. Ля-ля-ля-ля-ля. Так, вот здесь, я не знаю, получится ли у нас вот тут, я не уверен, конечно же. Не уверен, но может быть, ребят, не знаю, опасное дело, я просто опасный парень. А не, здесь не получится вообще никак. Вот, он просто тогда, видите, да, он бежит на него. Вот стена не дает, стена практически не дает вам это сделать. Он как-то бежит, сначала отбегает, потом бьет, как-то непонятно. Ну, ничего страшного, ребят. Так, кстати, на мачетку у нас есть мод какой-то? Конечно, есть. Хоп, смотри, я что-то тупанул, не накинул мод на мачетку, да? Ну, бывает. Ну, ладно. Бэ-бэм, сколько? 28? Подожди, так было 30, ё-моё. Хреновый мод накинул, было же по 30, ё-моё. Блин, чё за бред такой? Так, пошёл вон. Так реально, почему боль меньше стало? 27, ну красава, на тебе. Так, все, здесь мы все сделали. Там мы больше ничего не откроем, потому что там у нас замки, мы не сможем зайти сюда. Замочки не дадут нам пройти, требуется навык. Взломщик 3 уровня. Понятное дело, что смысла его убивать нет. А хотя подожди, хотя если мы глоком убьем, мы прокачаем себе опыт. Но не хотелось бы. Блин, раньше через решетку он бил, сейчас не бьет, к сожалению. Блин, пофиксили этот баг. Ну давай мы его с глока убьем, ребят. Давай с глока. Ладно, не заберем. Зато уровень апнем. Смотрите, чудо техники. Ля-ля-ля-ля. Уровень апс.
А, подожди, не апнули. 860. Чуть-чуть не хватило. Ну ладно, ладно. Так, окей. Значит, все мы здесь залутали. Я думаю, что да, наверное, скорее всего. Вот, мы все тут забрали. Главное вот этот ящик пересмотреть. Если мы не заберем молоточки, то тогда я буду, конечно же, злиться очень сильно. Но нам главное забрать молоточки. Так, второй этаж готов. Ребят, это в легкую. Это мы с вами играем чисто на расслабоне. Вот. Здесь, во-первых, если ты новичок, тебе спешить никуда не нужно. Если ты про такой, как у меня первый аккаунт, тогда да, можно взять какое-то супер-мега огнестрельное оружие и просто пролететь этот бункер как будто 3 секунды. Но мы играем на новичке, да, это дольше немножко, но ничего страшного. Так, хорошо, забираем 16, еще один этаж, 4, да, мы откроем, зеленые талончики, полюбас, ребят, полюбас, ой, вернее, зеленые, я говорю. Скажите, я скажу. Так. А что мы можем скинуть-то? Дробовик я возьму с собой. Эмочку сюда. Это с собой. Молоточки тоже с собой. Воду скинем. Вода тут не нужна. Пивас скинем. Это возьму. Это сюда. Эмочку заберу. Еще 3 слота. Это тоже мы с собой возьмем. Вот это мы возьмем. Короче, то, что мы возьмем с собой, мы вот сюда скинем. Это сюда. Так, и вот здесь. Забираем все, что забирается. Плюс. Вот это мы скинем. Вот это мы заберем. Ай, чуть-чуть не влезло, ребятки. Катаночка влезла. Все отлично, все симпатично. Так, вот эти все ресы мы скидываем, правильно? Потом уже будем смотреть. О, опять уровень апнули в сезоне. Как мне нравится проходить с X2 опыта бункера какие-то. Ну, ребят, я обещаю, если вы поставите много лайков сюда, давайте так, больше косарика набираем, я сразу же бункер браво вам запилю. Так, в таком же стиле, то есть просто налегке, на свободе. Как раз через 2 дня у нас будет, получается, бункер. По-моему, 2 дня, если я не ошибаюсь. Ну ладно, мы с бункером сделаем ветер, просто ветер. Так, все состакали здесь, да? Здесь тоже стакаем. Ой, это домой поедет. Раз стакаем, потом стакаем. Не. Крышечки домой, это сюда. Хотя это домой можно будет забрать. Вот это сюда. Ну все, хватит. Вот это, в принципе, оставим. Так, тут что у нас? Под один... Ну, в принципе, пока есть место. Ладно, пускай будет. Пускай лежит. Вот тут я не знаю. Давайте будем хранить сбитую оружку. Или мы потом... Да, короче, мы заберем домой, а там будем смотреть, что я буду рассказывать. Так, хорошо, скинем. Синий иней называется. Так, это домой у нас поедет. Сюда красочка у нас заедет. Потом. А зачем я дубиночку взял? Я вот не знаю, зачем она мне нужна здесь. Ну, пускай она лучше поедет домой, например. Так, это домой, крышечки домой, все домой. Так, схилочку я возьму, эмочки, да? Эмочки бункер браво. Ну, смотрите, я заберу, наверное, эмочки домой. Вот, потому что... Бункер браво, мы с вами будем, мы же не будем сначала ехать сюда, потом туда, вот, это мы все домой. Так, хорошо, бензинчик, ну бензинчик, в принципе, пускай лежит здесь, у меня бензина, кстати, хватает, я не понимаю, почему у меня очень много бензина, ну как много, немного, но могу позволить куда-то поехать, например, скажем так, там у меня около 40 канистр, может больше еще, ну, я не жалуюсь, то есть то, что нету какого-то бензина, я скажу, что такого нету, что я не говорю такое. Вот, ну, в принципе, могу поехать куда-нибудь. Так, все, это скинули, поехали дальше. Все, ребят, четвертый, конечно же, уровень. Фух, здесь, конечно, да, потребуется немножко больше нервов, немножко больше всего. Я не посмотрел на броню, конечно, ребят, надо глянуть. Если броня сбитая в хлам, надо брать новую, потому что не хватит. Реально не хватит. Я знаю четвертый этаж, я знаю, что будет. Мы умрем, мы просто умрем. Ну, так себе. Ладно, попробуем. Меньше будем биться. Попробуем пройти. Так, забираем раз, забираем два. И забираем Тарас. Вот сюда Тараса заберем, аккумулятора. Так, все нормально, да? Я думаю, что мы с этим должны справиться. Наверное, не знаю. Ну, попробуем, ребят. Так, там разрушитель и пойдет, может быть, даже не глок. Давай кувалда пойдет. Так, поехали, ребят. Четвертый, это такой самый опасный этаж.
которым требует, конечно же, жертв. Вот. Возможно, эта броня не выдержит. Мне кажется, что никак не выдержит. Но будем пробовать. Давай попробуем, почему бы и нет. Умрем, ничего страшного. Поедем домой, поедим морковочки, перезакинем станочки. Вот, потом приедем. Я думаю, это не проблема. Главное, чтобы не протыкать откат бункера. Вот, тут, конечно же, да, ты не ударишь никак. И что мне делать? Давай кувалдами бить, ладно. Поехали. Просто, давай. Давай, гребаная зомбятина. На, получай, получай. А сколько это бьет? Так, 30, на. Ой, уровень апнули. Красава, бро, красава, бро, красава. Атака ти, атака, бро. Тикита, хорошо, иди сюда. Уровень апнули, а уже нету хила. Да как так-то? Как так-то, толстяк? Ты не расскажешь мне, как так-то, не? Не расскажешь, не хочешь рассказать? Я бы тебе рассказал. Так, забираем. Так, что у нас там уровень? Да, давай посмотрим. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, шанс получить щенка. У вас есть шанс получить 8. Вы издаете меньше шума преломни стен. Блин, как намеки меня закидывает. То такое, то такое. И все для рейда, вы заметили? Просто намекает мне что-то, что скоро, черешня, скоро ты сможешь рейдить. Это хорошо. Это очень-очень прекрасно. Так, поехали. Поехали. Ты чё? Опа, хорошо получил, долбина. Кувалда по голове бьет. На, дубина. Дубину надо добить. Опа, раз дубина и два дубина. Все, есть, готово. Так, три дубина, четыре дубина. Давай, давай, три ударчика, и все хорошо будет. Биби, биби. Опа, есть, отлетел. Так, ребят, теперь очень сложно. Требуется уровень, навык, взломчик второй. Видите, второго у меня нет. Печально, да? И я так думаю, что печально. Так, это сюда положили. Ну, тут я даже не знаю. Тут, короче, у нас. Тут, короче, вот так вот будет, наверное. Так. Опа. Давай этого сначала пробьем. А хотя можно через стеночку их долбить. Опа. Есть. Есть. Иди сюда. Иди сюда. Так, добиваем глоком. Соточка. Давай разок вот так. Это как так-то? Вот так вот. Да, блин, душа. Ты посмотри на них. Ты посмотри, что творят. Так, давай через стеночку. Стеночка. Во, вот этого через стеночку будем бить. Кувалда, настало твое время. Давай, поехали. Только отхилимся. Вот так вот. Хоп. Давай, поехали. Опа. Бэх. Бэх. Блин, она медленная. Это очень медленная кувалда. Давай чуть побыстрее возьму. Бэм. Во, вот это уже оно. Хорошо, брат. Давай, работаем, работаем. Хорошо, отлично. Симпатично, все, забираем все. Вот тут, конечно, да, замерзшие толстяки. Это нелюбимые мои, скажем, зомборезы, которые просто, ну, я не люблю, честно сказать. Они регенятся, ребят, они очень сильно восстанавливаются, и хп, это не прикольно. Мне не нравится, если честно. Так, поехали. 70, ой-ой-ой-ой-ой. Пошел вон. Пошли вон все долбаные зомбоящики. Ай-яй-яй, за стеночку, за стеночку. Блин, еще этот гребаный. Да пошел вон. На, на. Опа, есть, да, контакт. Да пошел вон, один отлетел, хорошо. Этот отлетел, отлично. На, ай, больно в ноге. Ай, больно в ноге. Не бей черешню, пожалуйста. Дурак, не бей черешню, ты ребаный. Ну все, вот здесь, конечно же, да. Ага, понятно. Блин, неправильно сделал. Ладно, вот этого опять нужно убить. Все, это через стеночку можно пробить легко. Вот, главное, знаете что? Чтобы осталось 1-2 там. Ну, один, лучше один, конечно же, один. Ну, тут мачеточка только будет работать. Вот так вот, да, стал и пошел. Опа. Давай, давай, ты дулбаноид. Все, забрали. Забрали, красиво, все отлично. Так, покушали, покушали. Попили, не, не попили. Кувалда еще есть. Вот, вот тут, конечно же, да, ребят. Тут надо сейчас пролететь через турельку. Вы сами понимаете, это небезопасно абсолютно. Но мы попробуем. Даже я отхилюсь вот так. Все, полетели. Сейчас турелечка нас будет тут гасить просто. Тра-та-та-та-та-та-та-та. О, больно-то как было. Очень больно, очень больно. А-а-а! Дробовик. Ох, гать это, гаденыш. Вот видите, уже у меня хила нет. Вернее, брони. Брони уже нету. Пошел вон.
очередной зомби. Давай. Так, молодец. И тут пролетаем. Опа, аккуратненько, тихо. Все, тут мы сделали вроде бы все необходимое. Не знаю, дробовик поможет нам или нет. Попробуем. Раз, два, три, четыре. Не поможет. Ладно, ничего, мы умерли. Во-первых, у нас... О, как мы дойдем туда? Блин, придется бежать. Вот ты ебить. Капец, короче, ребят. Придется бежать через всю эту систему, где мы с вами бежали. То есть две турели все-таки придется бежать. Ну, что я могу сделать? Я могу взять с собой броню. Броня у нас есть сверху, в бункере. И плюс, мы можем взять хил из дому. Из дому у нас есть какие-то бинты, аптеки, ну, что-то есть там, да? Вот, мы можем легко это все сделать. Ну, плюс перекинуть, конечно же, это все дело вот тут еще плюс, дополнительно. Ну, давай закинем по-быстренькому. Хоп-хоп-хоп, и будет все прекрасненько. Так, тут у нас хилочки. Сюда раз, сюда два. Тан-тан-тан. Вот это тоже идет сюда. Отлично, вот так вот. Чисто на переработочку, пускай себе работает. Вот эта тема рабочая. Так, я буду брать, конечно же, аптечки, наверное, или же бинты. Бинты у нас есть, аптечки. Давай 20 бинтов я возьму. Вот, я думаю, нам хватит. Ну, плюс рагуши. Давайте чуть же рагушечки закинем в бункерец. Потому что реально, тут смотри, сколько всего интересного. Вот, мы немножко закинем это все, да. Ну, вот, там у нас есть все. Огнестрел какой-то брать. Ну, я даже не знаю. Можно было бы забрать сбитый огнестрел. Вот этот, например. Ну, заберем это. Давайте заберем генезис и плюс это. Все, теперь мы можем выдвигаться. Да, было бы круто, если был бы реаниматор. Но, ребят, все бывает в этой жизни. Тяжело, особенно четвертый этаж. Ходить без брони. Вот, и, конечно же, пробивать этих зомби гребаных. Не хватило мне немножко там хила. Ладно, я возьму военную броню. Я думаю, военная броня нам поможет по-любому. Военная броня нам поможет по-любому. Едем сюда, вот сюда. Так, поехали. Поехали. Главное, чтобы не приехали. Так, есть. Да, кстати, случайно, знаете, рекламку клацал, типа, смотреть рекламу. И 25 монет слезала с собака. У меня было 47 или сколько там было. Не, 52 монеты. Вот, и оно слезало за рекламу. Я, знаете, то по инерции нажимал, типа, смотреть рекламу. Вот, потому что без этого, типа, если ты на глобальной карте не выкатаешь энергию и не восстановишь, типа, чтобы не появилась первая реклама на глобальной карте, в лекаря-аптекаря, то есть взять опыт невозможно. Просто невозможно. Ну, выкидывай себе с игры и все. Ты ничего сделать абсолютно не можешь. Вот такое бывает, ребят. Ну, так что вот так вот. Так, это скинем. Да, давай 6 штучек возьму. Так, есть, да? Ну, давай вот эту бронечку возьму. Я думаю, этой хватит головой. Так, все, мы с вами готовы до развала этих всех приколов. Все, поехали. Я думаю, что на слепого охотника должно хватить этого. Вот, какой-то огнестрел. Хотя его можно убить не огнестрелом. А я бы убил огнестрелом. А может быть и нет. Да посмотрим. Посмотрим, может каким-то разрушителем будем. Ну хотя долго это. Ну, если бы была мачете катана, в принципе, можно было бы попробовать. Ну, будет видно. Будет видно, там уже посмотрим. Поехали. А, кстати, палец не взял. Ё-моё, да что это такое? Забыл палец. Ну, бывает. Палец. Так, первая, вторая турель. Пролететь и добить этого толстяка нужно. Если он не отхилился, конечно же. А может, зараза отхилился, не знаю. Сейчас будем смотреть. Ну, я не хотел бы умирать, чтобы терять труп. И плюс, дополнительно, те ресурсы, которые там сейчас лежат. Если мы сейчас умрем, ребят, это будет фейл года. Это просто будет феерический конец. Кстати, мы можем его вызвать прямо сюда. Нельзя смотреть. А, не, можно. Эй, давай, иди сюда. Вот смотри, мы просто его вызываем, да? Мы можем его убить вообще через стенку, получается. Только как это сделать? Как это сделать так правильно? Ай, тут турелечка. Подожди, как же мы-то... Да, тут, конечно, система серьезная. Смотри.
Ну, я даже не знаю, подождать его. Ну, давай, пускай идет, мы его где-то тут прихлопнем, эмочку добьем. Давай, иди сюда, мы уже не будем бегать, потому что тут бегать туда-сюда через турели, это не прикольно. Толстяк, грёбаный толстяк. Ту-ру-ру-ру-ру. Давай через это пройдем, чтобы я не замерз, потому что не хочу мерзнуть. Не хочу мерзнуть. Давай быстрее, ты коряга грёбаная, давай быстрее. Бэх, просто бэх. Все, забираем то, что есть, все, уходим. Тут я, наверное, самолечение. Ну, нет, пожалуйста. Не нужно. Зачем, собака, грёбаный интернет, чтоб ты загорелся? Так, ребят, вроде раздуплился, не знаю. Пропал интернет, задолбал. Как он меня задолбал, вы даже не представляете. Этот интернет грёбаный. Ух ты ж, диетический батончик. Диетический батончик. Давай, давай. Ай, ай, больно так как. Больно, больно, больно. Но интернет я, конечно, бы забанил. Просто забанил у себя. Задолбали. Вот реально, вот так играешь, знаешь, днем. И оно просто исчезает. Исчезает во время видеозаписи. Ну, короче, я бы сказал, пиросы. Ладно, поехали. Поехали, поехали. Что мы тут имеем? Две турели. Две турели. Сейчас быстренько. Убивать мы их не будем. Не будем. Абсолютно не будем. Смысла я не вижу. Вообще никакого. Да давай, заходи ты. Ё-моё, батон, грёбаный жетон. Давай, давай, давай. Уже уничтожим этот глок, чтобы он нам место... Толстяк, какой толстяк? Зомби убивай, ты дурак. Дурачок, давай. Ой, хорошо, молодец. Так, все, здесь у нас все прекрасно. Разрушайзер. Разрушайзер, кстати, тоже мы не добиваем, так как он нам нужен. Он нам нужен для того, чтобы убивать следующий. О, подожди, а сет брони откуда у меня? А, так мы брали с вами. Ё-моё, я тупица. Ребят, я забыл. Мы с вами брали один сет. Я еще один взял. Ну, ладно, так уж и быть. Так. Ай, петух попал. Попал, петушара, попал. Ну, давай через стеночку. Стоп, 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 брат. А ну. Во, 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 во. Надеюсь, что у меня получится. Ладно, поехали. Так, 28, 28. О, 43, тут критический урон плюс. Понятно тогда. Все понятно тогда с вами. Все, хватит с тебя, хватит. Вот, мачеточка, катаночка едет домой. Бэм. До свидули. Все, забираем. Туда мы не идем, ребят. Там турель и ящик, который... Ну, тратить на турель 500 хп турель. Тратить одну эмочку на одну турель, ну, это бред. Бред просто, бред. Это тут... А там в ящике лежит, сразу скажу, один медь, один слиток алюминия и металлолом какой-то. Вот и все. Вот и все пироги. Вот. Я думаю, это не стоит того. Вообще не стоит. Так, смотрим, что здесь. Забираем. Забираем. И здесь, конечно же, через стеночку... Можно попробовать что-то смонтировать. Не знаю, получится или нет, но скорее всего, что нет. Ладно, дробовик, настало твое время. Поехали. Баба, баба. Давай, пошел вон. Чуть турель через стеночку пытается меня убить. Да хрен тебе, турелька. Хрен тебе, большой хрен. Хрен такой большой, 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 большой секрет называется. Так, ты зайдешь сюда, друг? Нет, зашел. Молодец, а я тут стану. Нормально будет? О, теперь ты мерзни, а я тебя побью разрушителем или мачеткой, или кубалдой. Короче, чем получится, тем побью. Бе-бем. Во, вот это нормально. Вот, если есть такая возможность, да, экономить, ребят, советую экономить. Зачем тратить огнестрел, если мы можем вот так вот сделать, да? То есть тут вообще без проблем. Бе-бем-бем-бем-бем, без проблем. Так. Ай. Давай, давай, хватит мерзнуть. Так, что мы можем добить здесь? Кувалда. Кувалда. И плюс это, да? Ну, давай попробуем. Сюда иди. Пятачок. Так, да. 50, 50, еще 50. Оп. Ох, как он улетел красиво. Просто красавая лабрателла. Так, бабам. Улетает. Все. Ой, активировать перезарядка генератора бункера супер-мега-космического браба. Так, 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 дробовук. Ну, дробовук, наверное, здесь будет в тему, да? Дробовичок тут не помешает. Так, отхилимся, отхилимся и поехали. Ну, практически все, ребят. Практически мы с вами сделали то, что нам нужно. Турух. Так, нет, давай, короче, блин, неудобно. Минус дробовик, ну ладно, хрен с ним. Вот тут, конечно, меня интересует момент убийства черешни. Блин, он меня убьет. Нет, пожалуйста, не надо. Не надо. Спасибо.
Я думал, умру. Но все-таки так. Я просто посмотрел, у меня штаны слетели. Думаю, все, конец. Но нет. Все-таки я выдержал, ребят, и это все хорошо. Все, ребят. Изи. Изи бункер. Теперь слепой охотник, да? Ну, давайте сходим. Давайте сходим. Турелечка пошла вон, родная. Забирайте ресурсы. Идем дальше. Ух ты, турелька. Ух ты, молодец. Так, оп, дверьку открыли. Все, ребят. Изи бункер. Для новичка это супер-мега-космически быстрое. Ну, как бы не быстрое, да, это на лайтовое, скажем, лайтовое прохождение бункера Альпха. Альпха. Это скинем. Так, все, поехали. Ля-ля-ля-фа. Так, теперь. Что у нас есть? Мы забрали все красные талоны. Блин, я не помню, хватит ли нам на талоны или нет. Ну, хватит, не хватит, но на слепого я пойду, ребят. 10 талонов на дороге не валяется абсолютно нигде, особенно на новичке. Ну, а если нам на изи пройти слепого охотника, почему бы не сходить? Почему бы не сходить, правильно? Я думаю, что это очень будет весело. 22, как раз четко, все идеально. Значит так, давайте так, распределим сразу все ресурсы. И потом, чем мы будем убивать слепого охотника? Да, в принципе, я не знаю. Возьму с собой, наверное, дробовик какой-то. Ну, хотя дробовик не хотелось бы брать. 25 урона дробовика плюс разрушитель 25 урона. Мне кажется, что... Что, может быть, даже... Я даже не знаю. Ну, не стоит, наверное. А может и стоит. Короче, сейчас посмотрим. Давай быстренько закинем все ресы, которые есть у нас. Сюда. Опс. Пополнение счета. Сюда. Опс. Пополнение счета. Вот так вот. Пивас. Баночки заберем домой. Домой. Водичка. Ну, водичка что? Водичка пускай здесь лежит. Водичка пригодится. Когда-то пить захочется. А скажут, а нету воды. А вы скажете, а не есть. Есть водичка. Так, хорошо. Это сюда идет. Это сюда. Ну, 22 талона. Мы сразу сделаем 2 сюда, чтобы взять с собой 20-ку и сразу открыть, да, чтобы слот не занимало. Вот тут, конечно, борода у меня, полная борода. Вот это все нужно будет забрать. Хотя, ну, эмочки, давай пока скину эмочки сюда. Эмочки сюда мы скинем. Есть, да, эмочки. Дробовик, кувалда. Кувалда. Ну, по одному удару бить. Сбивать ему. Ну, в принципе, для экономии это будет прекрасно. Сет брони. Этот слетит? Не слетит. Конечно же, не слетит. Все, это мы закинули. Это можно будет забрать домой, чтобы не лежали шмотки здесь, знаете, типа огрызки, скажем так. Вот. Этого всего, может быть, и хватит. Может быть. Да должно хватить. По-любому должно хватить. Если есть какой-то глок, давай я еще посмотрю по глоку. Есть у нас глок. Эмочка есть. Миротворец. Если что, мы возьмем миротворец, и нам точно хватит. Все, ребят, я вроде бы все взял. Не знаю. Вроде бы все. Все, поехали. Если все, так все. Так, отхилились быстренько. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали выживать. Так. Слепой охотник, активировать терминал нужно. Активировать терминал. Сколько там? Раз, два. Ну, где-то 3 зомби. 4, 5, 6, 7. 7 зомби нужно еще будет снести. Вот как раз мы этим оружием, наверное, снесем. А может и нет. А может и да. Посмотрим. Ладно, побежали. Побежали. Мы сюда. Хопа. Активация терминала. Терминал. Все, теперь я должен пройти. Так, беру сбитую оружку. По одному разу долбанем. Сколько там будет зомбаков, не знаю. Ну, сейчас мы узнаем. Так, поехали. Это у нас третий этаж. Все верно. Третий этаж бункера Альфа Хард режим. Который даст нам 10 красных талонов, за которые мы получим красный ящик. Самый лучший ящик, конечно же, понятно, ребят, это красный. То есть бункер Альфа, 30 талонов берешь и открываешь. Один раз пройти, примерно 2 раза проходишь Альфу, и ты открываешь один, я не знаю, там по 30 талонов вряд ли выпадет с одного прохождения. Но все может быть, там уже будем. Ай, ну как 2 хп остались? Ну вот скажи мне, вот как это бывает? Давай, еще раз. На тебе кувалда, еще раз. Хорошо, и тебе на кувалдой. Кувалда, еще кувалдой. Давай, кувалдайзер. Вот, ну здесь по одному удару, наверное. Ну, наверное, да. Ладно, скинем и добиваем. Разрушителем. Да пошел вон ты, толстячок.
Грёбаный толстяк. Уже умирай, уже умирай. Еще умирай, еще умирай. По 20 урона сносит. Да это жесть, конечно. Это жесть, да. Борода. Да. Все. Блин, с него даже ничего не выпало. Да как так-то? Как не выпало? Это что за бред-то? Ну и чё, зомби, офигели там вообще. Так, давай сразу оружку я перекину, ту, что мы будем забирать домой. Это сюда, это идет сюда. Это, в принципе, катана мачете, может быть, нам поможет. Может быть, а может и не быть. Так, сюда поехали. Вот здесь, да, момент будет серьезный сейчас. Тут разрушителя можно, если он... А у нас уже нету разрушителя. Кувалда не пробьет столько урона. Угу. Ну попробуем, ну вроде нет, нет, не работает. Так, ладно, пошел вон. Пошел вон ты, гребаный индус. Так, хорошо, тут раз, два. Тут по 50 нужно оставить, да? По 50 оставим, чтобы дробовиком чисто добить. Вот я думаю, так будет норма. Даже 60 осталось. Ладно, дробовик, поехали. Так, есть, голова слетела. Я думал, не слетит, но слетела. Раз, два. Вот так вот сделаем. Тут, я думаю, без проблем. Катана мачеточка порешает эти вопросы. Опа, опа, опа. Давай, по 18. Маловато, маловато. Что ж ты сделаешь? Что ж ты сделаешь? Масло? Масло, конечно, заберу. Конечно, нужно забрать масло. Иди сюда. Иди сюда. Ёбаный ты токсичный зомби. Ну, 5 раз нужно, даже 6. Ой-ой-ой. Ну, тут катана отлетает полностью. Я думаю, тут катана просто полностью отлетает. Ну, очень быстрая скорость. Очень быстрая. Все, забираем. Что по броне? Половинку. Блин, а я не знаю, хватит ли мне. Хватит ли мне? Давай я, наверное, возьму глок. На всякий случай. На всякий случай. Давай, да. Давай возьмем, ребят. Не знаю. Не знаю, не знаю, хватит ли этого всего или нет. Но глок миротворец, эта пушечка будет нам работать. Без промахов, без ничего. Отлично все будет. Так, оружие ближнего боя. Сразу спрятали, вот так вот, это сюда закинули, ну вот, ну вроде бы норма, поехали. Тух, 11 сносит, ничего себе, я даже не знал, сколько он сносит без этого. Так, ну дробовиком, может быть, надеюсь, забьем сначала. 25 дробовик сносит, 25, маловато, маловато сносит, но ничего. О, хорош, хорош, брат. Так, броня, думаю, выдержит, надеюсь, что выдержит. Так, поехали дальше. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Так, хилочка, хилочка, срочно хилочка. Хилочка! Во, 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 во. Куда ты летишь, ты, блин, поддонок? Два, три, четыре. Четыре раза и кнопочка. Хопа, покушал, да, брат? Покушал, 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 слепой. Охотник. А! Я испугался. Чего не сработало самолечение? Давай, 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 давай. Поехали. Два, три, четыре, пять. Вышел слепой охотник погулять. Так, давай, поехали. Соточка. Как раз четочка. Как раз четнока. Четко-четко. Раз, два, три, четыре, пять. Видите, 5 раз как раз четко он, ну как бы, 5 раз ударил, и все нормально. Так, по 20 урончика. Главное, чтобы броня не слетела. Пацаны, 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 не надо, не надо, не надо, не надо. Опа, бах, раз, два, три, четыре, пять. Ну все, хватит с тебя. Ту-ту-ту. Ну еще разочек, я думаю, разочек мы его завалим. Бим. Бим-бим-бим. Давай, слепой. 7, раз, 2, 3, 4, 5. Вышел слепой охотник. Так, ну глоком добьем уже. Или может катаной добить. А давайте катаной добьем. Ну еще разочек. В принципе, катана ладно. Катана хорошо, но добить можно. Миротворец оставим. Где-то в следующий раз мы с вами нормально так затащим. О, один хп, дай ударю тебя кулачком. Иди сюда, иди, хорошенький. Бим. Ха-ха. Нормально, да, так? Все, ребят, наконец-то мы сделали то, что сделали.
хп-шечек нету, брони нету. Ну, броньку я, наверное, эту оставлю, она уже сбита в хлам. Конечно, штаны можно забрать, ну ладно, мы подарим бункеру эти штаны. Вот и все, ребят, вот и все прохождение. Вот и все прохождение. Это сделано, скажем так, на нормальных скоростях. Это не быстро, не медленно. Это просто стандартно нормально. Вот и все. Мы сделали то, что должны были сделать. Мы прочистили бункер Альфа. Полностью все залутали. Полностью все забрали. Потом, что мы еще сделали? Убили слепого охотника. Забрали талоны. Открыли полностью бункер Альфа. Все ящики, 3 штуки. Вот. Вот и все. Вот и все прохождение для новичка. Тут сверхъестественного ничего нету. Просто я читаю ваши комментарии. Вы пишете, типа... Ну, некоторые пишут: ребята, я не могу пройти слепого. Как правильно пройти? Да вот правильно. Забрал там с зеленого ящика, с красного... Ой, с желтого, зеленого оружия. Пошел, убил. Вот. Не вопрос. Это не проблемка, неплохо. Я думаю, что на следующий раз мы уже подготовились очень серьезно. Вот, на скарчик выпадает у нас схема X2 прицел, неплохо. Вот, для следующего бункера, это бункер Браво, надеюсь, пока вы досмотрели этот ролик, уже там 1000 лайков как минимум стоит, ребят, кто еще лайк не поставил, обязательно проставьте, потому что бункер Браво, это уже не бункер Альфа, там уже будет немножко пожестче. Вот, и нам нужно, конечно же, будет это все дело как-то где-то что-то как-то нафармить. Вот, но я надеюсь, что эмок нам хватит. Это следующий раз, если будут эмки в бункере Браво, я думаю, что очень будет неплохо. Так, давайте сет брони мы скинем. Мы заберем чисто вот так вот для начала все вот эти вот ресурсы. А хотя ладно, я сейчас буду распределять и ехать. Ладно, не буду вас мучить как перевозкой заниматься OLX доставкой или новая почта. Ладно, ребятки. Короче, вот такой был ролик. Мы отправляемся с вами на розыгрыш монеток. Желаю вам удачи и, конечно же, каждому пройти данный бункер Альфа. Всем спасибо и погнали на розыгрыш. Давайте мы сегодня выберем 1, 2, 3, 4, 5, 6 видеоролик. Копируем с него ссылочку, вставляем его вот сюда и загружаем. И смотрим, ребят, кто из вас написал комментарий минимум с 15 букв. Черешня, сними новичок на ферме. Окей, Константин Мамонтов. Значит, мы тебя поздравляем. 500 монет обязательно получишь. Напиши мне в личку, я проверю твой канал. До конца месяца написал, получил монетки. Я желаю удачи вам каждому получить монетки. И обязательно, ребят, вступайте в мой телеграм-канал. Там тоже будет розыгрыш. Всем спасибо за просмотр. Всем удачки и пока-пока, ребят.